Интересные места я тут запрыгиваю. Тихо, 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 только не надо меня торпедой. Ой, жопа, 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 жопа. Суки. О, блин. Вот истребителей мне жалко. Не смешно. Блин. Слушай, а прикольно здесь так до хрена врагов, ты посмотри. Ой, блин. Давай загружайся быстрее. Так. Мне не найти никак исследовательскую станцию. Это довольно-таки плохо. Да. Остановить, но без истребителя. Ладно, хрен ты с ним, с этими истребителями. Давай сначала попрыгаем и попробуем хотя бы что-то найти полезное. Так, погоди, а почему я тут не вижу никаких сигнатур больше? А, их тут мало. А почему он поврежден? Я вот что-то юмора не могу понять, отремонтировать. Я вообще в ремонтной верфи, да? Так, ремонтный док. Жетон. Жетоны будут немножечко попроще. Ну, главное, модули. Хотя модули-то тоже мне от них толку сейчас нету. Вот здесь Ой, нет, я чую, опять жопа будет. Когда он так думает, я уже четвертый раз накалываюсь. Мне постоянно приходит милый розовый писец. О, нет, слушай. Ой, это сколько астероидов. Много, да? Точнее, я скажу, ноль. Так, что же мне делать-то? Стой, полнейший. Вокруг меня все красное. Исследовательской станции у меня нету. Единственный шанс это попробовать пропрыгать ниже. Возможно, я здесь что-то смогу найти. Тоже не факт. Так, задание меня сейчас мало интересует, блин. Какая сигнатура там? А, энергии набирает, я понял. С этим попробовать, что ли, как-нибудь сдружиться, как думаешь? У них отношение ко мне нейтральное. Можно, кстати, попробовать получиться здесь, на меня злые.
Здесь на меня вообще капец просто какой-то. Бьем, зарежем, поимеем. Ведь хотя бы такие. Как мне все союзников найти? Интересно, здесь станцию можно построить исследовательскую? Сомневаюсь. А, понятно, ты все еще маршрут рассчитываешь. Долго, долго. Да, что-то он очень долго маршрут рассчитывает, я тебе скажу. Что-то аж капец какой-то. Я на кухню успел сходить, сосиски поставить, микроволновки приготовить. Кстати, они выключились, надо бегать. Ну и чё ты меня чем удивишь? Ага, ну на меня вроде тут не злые. У-у-у. А у нас тут еще одна свалочка. Через. Кто бы сомневался. Так, где бы мне еще зеленочки найти? Вот здесь есть зеленкой. Есть. Значит, только зеленые сектора. Для меня слишком крутой. Огневой мощью 41,9 микрон. Мам, крутые. А ладно. Рандом долбаный называется. Опять полдня будешь высчитывать. Первый раз в этой игре встречаю торговцев. Увеличил количество троллей до 40. Надо с ним поторговать. Как к нему тут подлететь-то так, чтобы поторговать, интересно. От лямов. Так, надо сначала купить, а потом уже смотреть. Опа. Круть. Вон редкие шмотки, смотри, барыжат. О, чё? А, это я продать могу, ну. Зараза, этому купить еще что-нибудь можно. А, жаль. Так, попробуй-ка перезагрузиться, сейчас посмотреть, может еще что-то можно прикупить у него. Так, ну давай проверим, ну, ух, ё-ху-ху. Охренеть, тут камушек вкусный. Японская блоха. Так. Где там тварина дохнет? Да, друзья мои, торпеды буду ставить только в самом крайнем, блин, случае. Давай, дохни. А понтов-то сколько?
Так, вон еще там двое. Они в вечность, наверное, их не запинают, но... Так, а ну-ка я отправлю своих маленьких покопать этот камушек. Охрененный камушек. Надо его сгрызть. Или попозже. Это у нас желтый материал, 7 лямов. Посмотрим, сколько раз получу. Мне всегда было интересно, сколько конкретно можно с него жить. Так, а мне нужны где эти козлята? Все, опять побегу, блин, уничтожать моих файтеров, сволочи. Знаю я вас. Все, торпеды на мне кончились уже ихние. Я сюда пролетел эти улучшения сделать. Лишился щита, корпуса и упрыгал обратно. А это уж другие какие-то, кстати. Не такой супер большой ДПС, так что нормально. Там побежал от меня. У меня много рельсовых орудий, они не очень хорошо попадают. Спортсмена, блин, кусок. Ребята, фас. Так, хорошо. Где там следующий? Нормально. Даже с таким количеством оружия война получается неплохая. Привет. Чел с тобой. Ты у меня в приоритете. Че, другу ты не помогаешь? Ёп! Ну, турели я вроде не лишился. Пронесло. Собираем, что у него там за хламина выпало.
Ну, ничего такого интересного не вижу. Так, порядок. А мне теперь нужна исследовательская станция. Для начала надо этого Козюлькина убить. Нормально, нормально, я повысил ДПС турели более-менее. Пиратов может получше сделать, хотя если посильнее их делать. Ладно, еще подумаю, посмотрю. Пока и так хватает, в принципе. Сейчас комик начнет пожаться. Люблю этот корабль, что он хорошо тормозит. Блин, этот дурак еще тут крутится. Да, с рельсовыми орудиями надо поаккуратнее, то они разносят корпус в щепки. Там не знаешь, что собирать. А, притягивающий луч у него, я смотрю. Хейлган турель двойная. Но он не супер мощный. Надо больше разнообразия турелей им сделать. Хотя если так сделать, тогда разницы не будет, что я по краям буду воевать, что в центре. Хотя от центра-то мне толку нет особого переть. Я, наверное, так и сделаю. Блин. Только еды пристыковался. У вас тут так ногти. А эти уже посильнее, смотри. Еще Чебурашка тут летает, блин. Блин, 5 минут не прошло, пролетели. Прикинь, как быстро.
Ну, помните, когда я отправил этих на копание?